Hi guys, please subscribe, click the bell, не забываем, да, don't forget. Ну что, мы сегодня будем готовить? Ура! Cooking time! Упрощенная версия, мы ее достаточно быстро сейчас сделаем. Вот, я тебе поручаю. Так. В общем, смотри, вот в этой штучечке прям даже написано мука. Мука, да, нужно смешать вот 400 грамм вот этой смеси. А, и дальше вот молочко у нас, то есть туда. Ремонт кто-то делает. Так. Режем галочку, очистим кожуру лишнюю, не нужную. Не терпеть не могу, если я вот расскажу, честно сказать. Так, подожди, сколько нужно? Вот такие они у нас красивые получаются. Яблочки красивые. Мука. Как мука, смесь. Так, получилось, мне кажется. Ладушки, они должны быть густые. Они... О, красивые. Спасибо. Так, на самом деле, мы сейчас замесим, и уже можно будет печь. Представляете, какой-то быстрый рецепт. Да, здорово. А ты умеешь печь? Ну, там, в принципе, человек. Я особо... Очень густые. Ну, да. Очень нравится. Может, еще молочко? Что получается, да. Секундочку. Так, ну что? Вот такая у нас получилась. Кашица, реально издалека похожа на кашицу. Рука так устанет нормально. Да, это еще и тренировка. Есть такое выражение «первый блин комом». У нас первый оладушек, возможно, тоже будет комом, но ничего страшного. А может и нет. Очень густенько получается. Оптимальная температура для жарки, я считаю, не горит. Но и не просто так. Поставим. Я покажу, что у нас там происходит, а то издалека это не видно. Ну да. Какие мы кулинары. Получается, что так. Да, вот так вот у нас такой винтик. Чик. Короче, тут будут маленькие порции и побольше. Так. Я вспомнила, как делала моя мама. Она, короче, брала ложку маленькую, большую и помогала. Вот так вот. Чикс. Ага. Все. Супер. Теперь ждем, когда эти четыре мини-оладушка поджарятся. Сразу заранее приготовим тарелочку. Температура нормальная для них? Я думаю, что выше не надо, потому что они могут гореть. Они же долго будем ждать. Должны хорошо погреться. Ну да. Я на самом деле первый раз такую смесь взяла. Вот, посмотрим, что тут у нас. Да, и причем не написано было, что сахар там добавляют. Знаешь, что мы добавили? Масло. А масло внутрь нужно? Да, да. Вот. А сахар тут уже есть, да? Какой-то состав? Тут написано вроде, что сахар не нужен. Посмотри состав. Да, тут сахар, мука, соль. Вот, теперь смотри, какая смесь сразу. Опа! И такая. Да, смесь уже такая. Уже неплохая, да. Ну там я тоже масло наняла побольше, поэтому я думаю, что нормально. Очень даже вкусно. Я думаю, что пока на стол, потому что уже 10 минут, и уже потом... Что у нас там происходит? А то издалека-то не видно, ну, да. Какие мы кулинары. Получается, что так. Да, вот так вот у нас такой вот моментик. Чик. Короче, тут будут маленькие порции и побольше. Так. Я вспомнила, как делала моя мама. Она брала ложку маленькую, большую и помогала. Вот так вот. Чикс. Все. Супер. Теперь ждем, когда эти четыре
мини-оладушка поджарится, сразу заранее приготовим тарелочку. Температура нормальная для них? Я думаю, что выше не надо, потому что они могут гореть, а ниже долго будем ждать. Должны хорошо погреться. Ну да. Я, на самом деле, первый раз такую смесь взяла. Вот, посмотрим, что тут у нас. Это домашнее. Да, и причем не написано было, что сахар там добавлять. Знаешь, что мы добавили? Масло. А масло внутрь даже очень сюда. Да. Вот. А сахар тут уже есть, да? Какой тут состав? Тут написано вроде, что сахар не нет. Посмотри состав. Да, тут сахар, мука, соль. Все, в принципе, уже есть. Вот, теперь смотри, какая смесь сразу. Опа! И такая. Да, смесь уже такая неплохая. Уже неплохая. Вот. Ну, там я тоже масло налила побольше, поэтому я думаю, что нормально. Очень добрый вкус. Ну что, вот такие у нас получились оладушки. Да. Красота. А запах. Превосходно. Так, где тут у нас будут вкусы? Оладушек. Но я его уже... А, ты уже... Боже, у тебя уже животики. Да, уже все понятно. Благополучно переместился. Хорошо. Они такие толстенькие, плотненькие получились. Еще такой ароматный кофе. Да, с корицей. Ну что ж, пробуем. Класс. Я бы даже немножко сахара добавила, но за счет того, что у нас кофе с сахаром, в принципе, все гармонично сочетается. А что-то неплохо получилось. Я думала, будет хуже. Так что можно вполне использовать себе эту смесь. Да. Очень экономит время, кстати. Буквально сколько у нас? 15 минут ушло, наверное. Да. То есть, если бы мы готовили это все вручную, там, с сахаром, содой, солью, с разрыхлителем и с яйцом, это бы заняло точно больше времени. Да. Думаю, наверное, еще 15 минут. Да. Короче, 30 минут. Короче, сокращает вам тайминг. Так что для деловых людей, а мы деловые девчонки, вообще-то. Очень полезно. Они прям тают во рту, яблоков, в принципе, казалось, их много, да? А их вообще, ну, как будто бы и нет. Не чувствуется, да. И попадает так маленько. Придает такую кислинку небольшую. Вместе со сметаной вообще прям топ. Очень вкусно. Рекомендуем. Ну что, давай прощаться? Ну что, если вам понравилось, как мы готовим, пишите комментарии, ставьте лайки. Да, а мы пойдем это все докушаем. А мама. Вкуснота. Бай-бай.